Всем привет! Мы сегодня с Сафулей и с мамой решили прогуляться по сказочно красивому Стокгольму. В это время он особенно красив. Мы сейчас идем в кафе напротив моего самого любимого магазина в Стокгольме, в котором, я считаю, подают самые красивые украшения на праздники. Это тоже! Да! Мы сейчас попьем кофе, перекусим, и я вам покажу всю красоту, которую продают в этом магазине. Даже если у вас нет праздничного настроения, просто зайдя в такой магазин, мне кажется, оно автоматически появится. Если у меня нет какого-то новогоднего настроения, либо настроя, я просто иду в подобные магазины, особенно в этот, и настроение появляется. Уверена, у вас будет то же самое. Надеюсь, вам понравится сегодняшнее видео, и я передам вам это волшебное. Кстати, вот это пришла моя мама. Она уже все начала разглядывать. В общем, заваривайте горячий чай, либо какао, и смотрите. Шведский новогодний стол. Софи довольная, стоит в очереди к Томте, шведскому Деду Морозу. И Санта-Клаус. Да, и Санта-Клаус. Здесь стоит такой большой бокс, и там можно написать свое желание, и все это отправить сюда. И, возможно, Санта-Клаус исполнит желание. Софи, к моему удивлению, написала, что она хочет самолет. Не знаю, с чего она захотела самолет. Софи, ты хочешь самолет? Да. Мама тоже пойдет к Деду Морозу. Нам, ты какое у тебя желание, расскажи. Не для всех, да? Здесь очень красиво, много людей. И вот такая огромная елка. Я не знала, что Софи гимнастка. А
сейчас я вам покажу мой самый любимый, я считаю, самый красивый магазин в Стокгольме, особенно в это время. А это один из примеров, как можно красиво украсить и накрыть стол. Просто посмотрите на этот паровоз, красивый. У меня мама юмористка, и не скажу, что она сказала. Моя мамуля, которая любит бирюзовый, синий, небесный такой цвет, да, нам? Кстати, в этом году небесный, синий, голубой цвет в приоритете. Нам, ты знала об этом? Да, конечно. Ты специально так одела? Ух ты! Это я давно брала. Это новая песня? Да. Проходим. Том, ты в
все еще сидит. Скоро уже будет прощаться, уходить, его время заканчивается. Кстати, на сайте написано, какое время он принимает детишек, если кто-то хочет еще прийти. Здесь так красиво, играет на рояле. Как? Ну, такой воздушный поцелуй послал вам симпатичный шведский мужчина. Мамина дочь. Ну что, наш вечер подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. И если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди будет много интересного. До скорой встречи. Пока-пока.